С 17 по 23 июля магаданских автолюбителей будут останавливать сотрудники ГИБДД. В регионе проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Таким образом, госавтоинспекторы выявят тех, кто за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Магаданская госавтоинспекция призывает автолюбителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не допускать управления транспортным средством в состоянии опьянения, а также с пониманием относиться к проводимым проверкам на дорогах. Напомним, законодательно за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено наказание в виде административного штрафа и лишения прав. Кроме того, такое же наказание грозит водителю, который откажется от прохождения медицинского свидетельствования. За повторное нарушение автомобилиста могут лишить свободы на срок до 2 лет.